несвоевременность. Господь подогнал нам события с 5-го уровня бытия, а ты все спишь. Он надул воздушный шарик события, плотный, мощный, универсальной первичной энергии творения, чтобы ты почувствовал и не прошел мимо, а ты почувствовал. Но вместо того, чтобы построить новую жизнь и материализовать энергию, ты решил спустить ее через тонкую соломинку времени. Теперь вся энергия вытекла, осталась пустая форма. Бедный пятачок, я хотел подарить тебе замечательный шарик. Он был большой и очень красивый, бедный Ая. И эта тряпочка, все, что осталось от шарика. А какой у него был цвет, пятачок? Зеленый. Я, мой любимый цвет. А какой у него был размер? Пятачок, с меня. Я, мой любимый размер. Несвоевременность.